Ну что ж, дорогие друзья, мы строили-строили, наконец построили. Курт Холобо на ваших экранах. Так, профессиональная карьера этого спортсмена стартовала в 2014 году. Стартовала она с двух побед. Вот мы видим сильные стороны этого спортсмена, удары по ногам. После этого были два поражения, кстати, в том числе от Магомеда Расула Хасбулаева. Причем это было на турнире «Ахмат». Проиграл тогда единогласным решением судей. После этого три успешных поединка и затем бой, который впоследствии был признан несостоявшимся, против Мэтта Бассетте. И выходит сейчас Курт Холобао закрывать поражение от Раони Барселоса. Причем это было досрочное поражение в третьем раунде. Ну, наверное, напомним, что это полулегкий вес. Да. 66 килограммов. Сейчас на наших экранах Шейн Бургас, представитель США, ему 27 лет. И как у бойца прошлого веса Поляка, бойца из Польши, у него рекорд 10-1. Дебютировал в ММА в 2016 году и всего лишь 5 лет занимается им профессионально. Мечтал стать бойцом с самого детства. И по его словам, любовь с первого взгляда, с первого боя, как он увидел UFC, он захотел туда попасть. Ему это удалось. В 2010-м, кстати, он выступал в любительском ММА, где заработал рекорд 6-0. Мы знаем то, что на Западе любитель не сильно различается с профессионалами, и это был хороший такой бэкграунд. До прихода в UFC он имел чистый рекорд 7-0. В UFC провел 4 боя, победив в 3. Первое поражение в карьере заработал в прошлом поединке с Кевином Каттером. Ну, многие, наверное, помнят этот бой. Помимо выступлений в боях, работает инструктором по боевым искусствам в Нью-Йорке. Но это его родной город. И сюда пришли многие сегодня поболеть за него. Вообще, сегодняшний карт будет максимум состоять из бойцов американцев. Американских бойцов. Понятно. И смотрите, какие сильные стороны нам дают. Да, это давление, использование джеба и постоянная смена уровней своей атаки. Так, 27 лет Шейну Бургасу, 32 его сопернику, и размах рук у Шейна Бургаса значительно больше. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 17 wins, 5 losses, 1 no contest. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Amite, Louisiana, Curt Holliba. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 10 wins, 1 loss. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 145 and 1/2 pounds. Fighting out of Monroe, New York, Hurricane Shane Burgos. And when the action begins, our referee in charge, Eve Loving.
Ив Лавин, рефери в октагоне. Первый раунд. Are you ready, sir? Ready? Fight! Бургас перед объявлением первый раунд так секунд сетку, как будто был на низком старте. Я думаю, сейчас побежит. Так многие делают. Обмен лоу-киками, причем плотными. Вот это джеб на джеб. Да, конечно, в размахе рук Бургас имеет значительное преимущество. Посмотрим, станет ли это преимущество. Идет вперед. Лобак, видно по его действиям, что он выбрал атакующую манеру сразу. Такой агрессор. Да, но вот опять же, как Холобау собирается обходить длинные рычаги оппонента, как он сможет выходить на удобную для себя дистанцию. Говорили о том, что у Бургаса одно из его главных преимуществ — это его джеб, но нет ничего удивительного, учитывая его антропометрические данные. Холобау с двойки пытался влететь просто в оппонента. Правый снизу. Бургас начинает потихонечку пристреливаться. Не отдает бедра Бургас. Джеб. И уже нос немного разбит у Холобау, что, конечно же, в дальнейшем будет затруднять ему дыхание, если течение крови из носа будет усугубляться и продолжаться. Ну вот, посмотрите, это вариант как раз для Холобау, я имею в виду серийная работа, потому что одиночным ударом достать более длиннорукого соперника будет проблематично. Здесь нужны повторные атаки, атаки по разным уровням и, конечно же, серийная работа. Ой, и падает. Хорошее Бургас попадание. Получил сильный удар. Вот так. Ну, мы сразу видели агрессивную манеру Холобака с самого начала. А вот, сейчас рычаг. Рычаг локтя. И я думаю, что очень сложно будет выбраться. И все, сдача. Сдача. Надо посмотреть, не было ли травмы. Да вот так нет. Позиционно проиграл сейчас. А все же правильно делал. И хорошо начал, и попал. И вот так, в угоду местной публике, которая пришла поддержать Бургаса, он одерживает победу, очень яркую. Да, получив сильный удар, оказавшись на канвасе, но при всем при этом сумевший сориентироваться и вывести соперника на рычаг локтя. Еще раз давайте смотреть, как все это произошло. В размене получает левый боковой, тут же правый боковой Бургас, оказывается на канвасе, очень быстро пришел в себя, восстановился. Да, и ведь правильно все сделал Холобау. Пошел с серии, пробил, нанес еще один точный удар, но затем вот допустил ту самую ошибку, которая стала для него роковой в этом поединке. И видели мы, как расстроился своим афронтом Холобау. Получает Бургас даже поздравление от Брюса Баффера. Да, удивительный бой. Быстро сориентировался. Да, очень быстро восстановился, самое главное. Два удара серьезных получил. Упал. Сейчас еще посмотрим повтор. Кстати, второй бой сегодняшнего андеркарта должен был... Мы должны были увидеть Брайана Келлахера, но перед турниром он с пищевым отравлением слег, и в андеркарте будет всего 7 поединков, а вот это второй. Но из-за этого и турнир начал немного позже.
Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 2 minutes, 11 seconds of the very first round, declaring the winner by submission due to an armbar, Hurricane Shane Burgos! Да, Шейн Бургас побеждает, чем мы его и поздравляем. 11-я победа его, да, травмировал руку. Травмировал руку. Давайте послушаем. Это была дикая, дикая битва. Is that what you expected? Ты этого ожидал? Me and Kurt both knew I was going to start like that. We're going to go in the middle and first one to go down. We thought we'd win, but the other person would win. But he dropped me. Да, он уронил меня. But I'm pissed that I got dropped. Я в итоге рад, что победил, но, конечно, очень сильно расстроен, что меня уронили. Очень быстро восстановился. Давай посмотрим. И после восстановления ты тут же провел великолепный армбар, да, и получил два удара, отправился на канвас, и в результате ты поймал его в ловушку. Да, пожалуйста, не надо больше показывать, как меня роняют. Ну вот здесь, да, давай посмотрим. И очень плотный захват. Yeah, man. Everyone sleeps in my ground game. If you look at my earlier record as an amateur and even as a pro, submissions all day. I used to jump guard back when I was an amateur. Еще и по любителям. Буквально тренировал их каждый день, постоянно. Congratulations on a fantastic victory. We can't wait to see you again. Поздравляем тебя с возвращением на победные рельсы. И это была отличная победа. Но здесь можно, в общем-то, не переводить. Молодец, Шейн Бургас, наше поздравление. Высокие коэффициенты, тысячи бесплатных трансляций и лучшее мобильное приложение. У тебя для победы есть все. Так что еще нужно? Бесплатная ставка до 10 000 рублей новым клиентам. Фонбет – лучший онлайн-букмекер.